Нынешний год особенный, юбилейный для политических институтов, фундаментальных основ политической системы нашей страны. Свое 25-летие отмечают многие государственные органы, сформированные на заре становления нашей независимой Беларуси. За четверть века мы создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. Они просты и понятны каждому. Суверенитет нашей страны, благополучие граждан, справедливое отношение к людям, единство общества и многие-многие другие. Эти приоритеты. Это цели, в достижении которых важнейшую роль играют органы государственного управления. Система, без которой невозможно существование не то что сильного любого государства, которое претендует на это звание. И именно здесь, в Академии управления, мы можем открыто обсудить перспективы их развития. С нашей последней встречи вот в таком формате прошло почти 10 лет. Это повод подвести некоторые итоги, поставить новые задачи, ну, оговорить вместе с вами направление наших действий перед отечественной системой госуправления. Найти ответы на вопросы, кто он, руководитель будущего, и какова роль Академии в подготовке управленческих кадров. Академия управления при президенте республики – уникальное учебное заведение. Само название подчеркивает его статус и значимость. Здесь развивается современная национальная школа госуправления, создается будущее страны. Будущее, главная роль которым принадлежит тем, кто осознанно выбрал ответственный и непростой путь служить стране и народу. И это труд, который требует полной самоотдачи, преданности государству, искреннего отношения к людям, постоянного совершенствования.